приятного времяпрепровождения. С вами, как всегда, Козел Альпийский. Поснимаю я козлов на границе лесов. Прям поэтично стал говорить. Вот граница леса моего, огороженного, и лес неогороженный уже. И вот козлы зашли уже в лес. Помните, в прошлом году мы с вами снимали основное стадо вот здесь вот в леске. Они который раз уже сюда приходят. Я вот сегодня с ними не выходил, занят был, прихожу, они вот уже здесь. Вот козел вот этот с волосом белый. Ну, он не белый, но светлый. А волос он куда-то свой уже заиграл. Ну, выпал, наверное, на него. Нет, вот он у него есть. Видно, видно, видите, вон кудряшка у него спереди. Это вот такой козел есть. Они одного цвета, просто этот с длинными волосами, а этот с короткими. А цвет один. Вот основной козел вышел сегодня сюда. Основной, который вообще самый-самый основной. Без которого ничего не делается. Ему не жарко, если что, совершенно. У него все уже настроено природой, можно сказать. И вот сами видите, какая здесь трава. По пятку, по запястье животным. То есть очень-очень высокая. Она буквально за несколько дней отросла. Ну, вот сами видите, да? Они сюда довольно давно не ходили. Не знаю, с чем это было связано. Может быть, специально ждали, как отрастет трава. Но вот, тем не менее, она и отросла. Собственно, вот такое животное есть. Ну, просто такое кажется таким взъерошенным, просто оно за собой не следит, и животное очень молодое, около 2 лет ему, оно вот такое все, видите, довольно худоватое, неряшливая у него шерсть, но тем не менее наследственность очень-очень хорошая у этого животного. Просто я ему разрешаю в себе разобраться, я не даю его, пока не время еще, он как прыгает детеныш, смотрите. Ну, это они, видите, как он. И взрослые животные, если что, тоже так делают. А на сегодня все. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.